Цепи не разрываются сами по себе, и, конечно же, вы не сможете разорвать их сами. Нужно помазание истинного Божьего человека, чтобы прогнать тьму, чтобы свет нашел свое место в вашей жизни. Никогда не поздно. Пожилой человек, который провел свою жизнь в смятении, обрел радость и здоровье после того, как получил пророческое слово от Божьего человека Гарри. Через Дух Всемогущего Бога он получил совершенно новое будущее для всей своей семьи. Я болею уже более 30 лет. Во имя могущественного Иисуса Христа, во имя Иисуса, дай мне руку, вставай. Помоги мне благодарить Иисуса, помоги мне. Я думал, что лечу, я никогда так не ходил. Это удивительно для меня. Первый раз. Во имя Иисуса. Моя дочь Морге, меня уже более 30 лет тошнит от того, что написано на плакате. Артериальное давление, диабет. Я страдаю. Я принимаю много лекарств. Каждый день я принимаю почти 15 таблеток. 5 утром, 5 днем и 5 вечером. Ваша проблема началась не сегодня. Ваша проблема существует уже много лет. И тот факт, что Иисус Христос дает нам благодать продолжать жить в этом мире, не означает, что если мы не позаботимся о проблеме, мы так и будем жить вечно. Ты понимаешь? Вы прекрасно знаете, что произошло в прошлом. Вы очень хорошо знаете об ошибках, которые произошли в прошлом из-за невежества. Есть один идол, который требовал крови. Идол требовал жертвы, но теперь никто не должен служить этому идолу. Боже, человек, помоги, он мой отец. Ты отдал свою жизнь Христу. Но нет никого, кто бы избавил тебя от того злого идола, который убивает. Раньше ты должен был искать истинного человека Божьего, живую церковь. Чтобы разорвать цепи тьмы в своей жизни, в своей семье. Но даже так, Бог все еще может разорвать цепь. Верите ли вы, что Иисус Христос может положить конец обычным этим бедствиям в вашей жизни и вашей семье? Да. Давайте молиться вместе. Во имя могущественного Иисуса Христа. Во имя могущественного Иисуса. Я приказываю разорваться любой цепи, которую сатана должен был использовать, чтобы соединить вас и вашу семью с собой. Во имя Иисуса Христа, будьте освобождены. Развязывай во имя Иисуса Христа. Будь разрушена во имя Иисуса. Спасибо, Иисус. Вы свободны сегодня во имя Иисуса. Дайте мне руку. Вставай, иди. Вы могли бы ходить так раньше? Нет, у меня была трость. Дай мне увидеть тебя. Приди сюда. С сегодняшнего дня вы и ваша семья свободны. А теперь проживи остаток своей жизни во славу Божью.
Благодарю вас. Вы свободны. Помогите мне благодарить Иисуса. Вы свободны, садитесь. Вам не 16 лет. Вы свободны. Мы видели человека, идущего с тростью. Посмотрите на это, вот эта трость. Даже с этим ему было бы трудно ходить. Но теперь, благодаря силе воскресения Иисуса Христа, который может исцелить все болезни и недуги, вы видели, как он прыгал, как 16-летний мальчик. Вам это не нужно. Сколько вам лет, сэр? Мне 80 лет. Я молюсь, чтобы все мы смогли так прыгать, когда нам исполнится 80 лет. Слава Богу! Меня зовут Диксон Ако, я из Соединенных Штатов Америки. Человек, стоящий слева от меня, мой первый сын. Когда ко мне прикоснулся человек Божий, действительно что-то произошло с моей кровью. И мое тело стало очень легким. Когда он коснулся меня и повернулся, он сказал, иди, и я пошел. Он сказал, иди ко мне. Я прыгнул и подумал, что лечу, но я бы никогда так не пошел. Это удивительно для меня. Первый раз. Эммануэл. Меня зовут Эрнес Ако, и справа от меня мой папа. Я приехал в Соединенные Штаты Америки. У него не было проблем, у него было много проблем, высокое давление, инсульт, застойно-сердечная недостаточность, диабет и многое другое, от чего он был болен. Психологически мне было так тяжело, потому что я первый сын, и когда я приехал в Соединенные Штаты, я остался на 2 года. Он жаловался, я посылал ему деньги, он жаловался маме, они жалуются, твой папа болен. И так я вылетел обратно и отправился в Камерун. Я видел больным и привел его сюда. Когда мы пришли куда-то в церковь, и люди ели, я видел, что он не может есть, не может ходить и много чего такого. Мне было плохо, потому что я видел, как чужие родители ходят, едят. И тогда я начал считать в голове, что все это такое? Я единственный человек, у которого есть такие проблемы, потому что я знаю, как много он боролся за нас. Я не спал, потому что я вставал утром, и очень скоро, когда я работал, они говорили, «Твой папа, вызови скорую помощь». Я приходил, нес его, ехал в больницу, а потом снова, «Вызови 911, я приду, понесу и поеду в больницу». Он постоянно падал, многое. Есть один идол, который требовал крови. Божий человек сказал мне, что в моей семье проблема. Это было давно, из-за того, что у нас было что-то, что было на территории, либо на территории моего отца, либо на моей территории, что беспокоило нас, потому что всегда требовало крови людей. Потому что я упомянул, что моя дочь умерла 6 числа этого месяца. Итак, вы подтверждаете истинность этого слова пророчества своей жизни. Правда. В этом нет ничего, кроме правды. Да, пророчество сбылось на 100%. Я так счастлив. Я плачу. Я так счастлив. Этот идол и все, что сказал нам человек Божий, являлся правдой на 100%. Потому что, на что бы я ни положил руку, все не работало. Все, к чему я прикасался, не работало.
У меня есть компания, медицинская компания, которую я открыл уже 4 года назад. Потом моя сестра открыла аналогичную компанию. Моя сестра получила миллионы контрактов. Правительство дало миллионные контракты США, и она живет очень-очень хорошо. Потом я открыл свою такую же компанию, как сказала моя сестра. Брат, теперь, когда у меня есть так много знаний, много денег, открой такую же компанию. Та же компания, то же самое, чем я занимаюсь, не работает. Все, к чему я прикасаюсь этой рукой, не работает. Все, что бы я ни потрогал рукой, не работает. Потому я приходил в слезах к отцу и плакал, говорил, что это такое? Но среди всех своих братьев и сестер я первых, может быть, больше на меня и нападает. Я сказал, что это? У моей жены два магистра, у нее работает над кондукторской диссертацией сейчас, но она человек, который видит, ходит, помогает мне. Вы не можете себе представить, чтобы жена заняла ваше место. Итак, вы понимаете, как этот кумир разрушил вашу семью? Это разрушило все. Когда был маленький, я видел, что они делали с идолами. Они все еще там, в этом лагере Африки, они все еще там. Итак, брат, после того, как человек Божий помолился за твоего отца, мы увидели, как он свободно упражняет свое тело. Он начал ходить и прыгать. Расскажите, пожалуйста, что произошло в тот момент? Да, я знаю, что пока мы здесь, все кончено, потому что я знаю, какой силой он обладает. Итак, нет никаких сомнений в том, что момент, когда мы здесь, все кончено. Когда он коснулся папы рукой, я понял, что он исцелился. Сэр, в этот момент мы хотели бы спросить вас, верите ли, что слово пророческое принесло полную свободу и прорыв вашей семье? Да, мы не сомневаемся. Любой, кто хочет жить, должен прийти сюда, если он хочет исцелиться. Потому что, когда вы приедете и встретите пророка или человека Божьего, имеющего такую благодать, вы будете спасены. В этот момент вы хотели бы спросить, каково ваше обещание всемогущему Богу за этот чудесный прорыв, который получили сегодня? Я обещаю, что буду продолжать служить Богу всем своим сердцем и всем своим разумом. Спасибо, Иисус!